Самолет южноафриканских авиалиний, приземлившийся в среду в Гонконге, встречают кареты скорой помощи. Некоторых пассажиров выносят на носилках. Лайнер попал в зону сильной турбулентности. 20 человек пострадали, двое серьезно. У двух мужчин серьезные травмы шеи. Врачи оценивают их состояние как критическое. Большинство из них ударились головой о потолок. Мы почти все спали, когда это произошло. По словам пассажиров, некоторых просто выбросило из кресел. Он летел ровно, а потом, думаю, мы попали в воздушную яму, потому что мы три раза просто подскочили. Мы, наверное, немного отклонились от курса, не знаю, но потом пилот быстро все урегулировал, и дальше полет проходил гладко. Как сообщили в авиакомпании, самолет попал в зону турбулентности, пролетая над Малайзией. Экипаж сразу же сообщил в пункт прибытия аэропорт Гонконга о необходимости медицинской помощи. Среди пострадавших 17 пассажиров и 3 члена экипажа. Лайнер следовал из Йоханнесбурга. Всего на борту находились 165 пассажиров.